Нормально выполнять свою работу коммунальные службы или не могут, или просто не хотят. В эфире дежурный по городу. Здравствуйте. Нововокзальный тупик 13 на проезжей части около многоэтажки образовался провал. Вероятно, причиной неприятности является утечка на подземных коммуникациях. Но, по словам жителей, сети являются бесхозными, решать проблему никто не торопится. 25 числа, пятницу вечером, получился обвал экстренный. Тут уже посмотрел, все кое-как огородили, но здесь провал идет полностью, вот подмывание. Но подмывание идет, по всей вероятности, вот эта дорога здесь. И проходит, значит, канализационные сети и водопроводные сети. По всей вероятности, здесь где-то прорвало и подмывает. Значит, если бы только не подмывало, можно было бы, конечно, засыпать. Но это однозначно бестолково, потому что все уже ушло. Поэтому я написал вместе, значит, вот документы, которые отправили, значит, в департамент благоустройства и экологии администрации города Самара. Они с ними связался. Они говорят, это говорит, через месяц мы вам ответ пришлем. Месяц ради терпит это дело. Вот, завтра где-нибудь случится, провалится машина. Отправил в администрацию 28 числа, прямо в понедельник. Входной номер, значит, 1660. А в этом самом, как в департамент проводил, входной номер, входящий номер, 4380, 29 числа. Никаких эмоций, ничего нету. Единственная великая просьба к вам, как-нибудь содействовать тому, что вот это вот занялись. Сети здесь все бесхозные. Рядом с этой ямой образовалось еще, и сегодня слесаря доложили, что ниже, у соседнего дома, по паттернам идет вода. Пытались откачивать, вода горячая. Вот сейчас отзвонились в 5-й сетевой район, но сети бесхозные, и кто будет искать место порыва, и кто это будет устранять, нам тоже пока непонятно. Застройщик строил, сделал, когда он строил все это, квартал, вот этот квартал называется 678-й квартал. Как застройка квартала кончилась, он покинул, все. Значит, эти сети доживают. Никто его не берет, никто ничего не делает. Если здесь вот сети этого же дома, опять-таки канализационные сети, значит, тоже никто его не чистит, приходится приглашать людей специально, отдельно жителей, хотя она должна муниципально быть, отдельно жители платят отдельно за засоры. Никто ничего не смотрел, вот я, никто не приходил, ни департамент, ни это. Вы огородите, а мы тут как-нибудь содействуем, ну, недельки через две или там через сколько это будет. Это уже не терпище. Ежедневно, вот здесь вот, смотрите, вот сколько огораживал, все упало. Сейчас или машина провалится, или здесь еще что-нибудь случится. Или дети здесь еще такую ногу сломают. Потом будет кто виноватый? ТСЖ виноваты, руководители. Они не смотрели, не требовали. А эти люди, которым я писал, они откажутся, скажут, а мы ни при чем тут это хозяйство. Департамент предложил два варианта. Нам нужно искать собственника этих сетей. Мы должны выложить информацию. Если в течение 2 лет собственник не найдется, тогда мы можем принимать муниципальную собственность. Или второй вариант. Вы возьмите на себя эти сети и нам передавайте. А мы сказали, как мы можем их взять, если у нас ни проектной, ни исполнительной документации нету. Вот. И подготовили было вот такое письмо за подписью всех здесь председателей домов о том, что мы не претендуем и просим эти сети передать, принять в муниципальную собственность. Письмо было 10 июля 2014 года. Тоже пока вот все это в стадии обсуждения. Сейчас, пожалуйста, где по возможности сделать, помочь сделать вот это, раскопать и заделать эту, так сказать, если протечка есть, утечку устранить, закопать и вырвать, да, здесь проход, ездить проезд сделать, восстановить проезд. Потому что здесь ездит скорая помощь, и это, и все одно к одному. Это идет вниз и до свободы. Мы проверяли колодцы, и там стоят с водой. Это надо решать уже экстренно. Здесь я не знаю, что находится, какие сети, чего, никто ничего не знает. Ни документов, ничего. Потому что размежевания не было, ничего не было. Поставили дом, заселились, и на этом кончился все, весь разговор. На сегодня это все. Звоните и пишите в нашу редакцию. Увидимся.